приветики, дорогие друзья. У нас тут кровавая ночь. И что делают ночью? Правильно, трут морковку. Потому что это терка, дорогие друзья. Сам тирали, блин, да кто тут все залезает-то ко мне? Как они дверь открывают? Идите в пизду. А вот, с вами тирали, дорогие друзья, Рао ТВ. Я пока что на паузу поставлю, чтобы меня никто не беспокоил. Мы продолжаем играть в игру под названием Тирали. Тирали, как вы все помните, мы с вами в прошлой серии победили Големчика. Големчик — это такой огромный просто махина железная, которую мы просто взяли и уничтожили, несмотря на свой рост, и получили 5 очков. А где, который, видите, тут сверху он у нас горит, который мы, скорее всего, сможем использовать в будущих сражениях. Вы представляете, мы, будучи маленьким ростом, победили такого огромного упыря, сука. И просто всех замочили. Наш мир стал чуточку чище. Вот. Значит, что я планирую попробовать в этой серии? В этой серии я хочу все-таки сменить немного нашу традицию, побеждать босса каждую серию и победить какие-нибудь события, которые у нас есть в этой игре. События, насколько я знаю, у нас есть только 2, которых мы еще не прошли. Первое – это марсианское безумие. И второе – это тыквенное безумие. Вот, поэтому сегодня я в выпуске хочу эти 2 события соединить в одном выпуске и пройти их. Я постараюсь это сделать, потому что я не знаю, насколько это сложно будет. Вот, может быть, у нас только одно событие влезет в выпуск, если оно очень уж длинное, а может быть и 2. Вот, поэтому давайте мы начнем с марсианского безумия и посмотрим, как оно призывается. Так, для того, чтобы нам вызвать марсианское безумие, я прочитал, нам нужно найти просто марсианский зонд, который нас обнаружит. Большая вероятность его встретить в космосе. Но перед тем, как мы туда пойдем, я думаю, что нам, скорее всего, нужны будут пули, с помощью которых мы будем обороняться. Поэтому я думаю, что, скорее всего, мы опять пойдем сейчас в наши любимые джунглевские биомы и будем искать слитки, которые нам помогут для того, чтобы победить. Вот, поэтому, когда я их уже накопаю, я думаю, что мы пойдем искать марсианское безумие. Так, уж очень долго тут идет дождь, как я понял. И уже, наверное, около дня где-то идет, наверное, какой-то глюк. В общем, я накопал нужное количество патронов в себе. У меня есть около 3500 патронов. У меня было еще кое-какое количество руды в сундуке, поэтому было немного попроще. А сейчас мы идем на поиски зонда. Как я понял, нам нужно идти в космос, чтобы, ну, там его вероятность, как говорится, найти его выше. И он еще не находится... по центру карты, так, блять, ну это у нас уже легко могут, скажем так, этот, как его, да, вот космос, такая, знаете, умиротворенная музыка, давно ее не слышу, так мы давно в Балкарце, мои дорогие друзья, не были, и зонд встретить, ну, я так понял, чем дальше от центра и тем ближе к космосу мы находимся, тем проще, наверное, найти этот зонд и начать марсианское безумие. Я очень давным-давно не играл в это событие. Я даже скажу, что оно, наверное, из самых редких моих событий, которые я играл при прохождении. И я помню, что там вроде какая-то тарелка, что ли, есть, или что-то в этом духе. Вот, кстати, мы можем продолжить наш путь, собственно говоря. Но как-то не очень охота. Я думаю, вот мы на этом островке все можем найти. Надо просто тупо подождать его. Сейчас мы немного пройдемся. Я, если честно, я думал, что он сразу прилетит. И никаких проблем с этим не будет. Я немного не понимаю, как выглядит этот зонд, конечно. Но давайте мы его поищем, я пока на паузу поставлю. Как бы вот только моя броня-то, блядь, не спугнула его, этот зонд. А то она же будет пулять, блядь. Так что это будет, конечно, очень неприятно. Но надеюсь, что не уничтожит его до тех пор, потому что... Как он нас обнаружит? Потому что если нас обнаружает, то он сразу улетает. Вот, но тут мы вроде в космосе, поэтому давайте тут подождем. Очень печально, что я продал все свои блоки, мне никак не продолжить эту трагичную комедию, блядь, в постройке целого ряда блоков в сторону мира, но, к сожалению, вот никак это не сделать. Можно, конечно, вернуться, но копать их заново мне неохота, поэтому давайте все-таки ждать. Блядь, виверну, я обосрался уже, подумал, что этот зонд летит, оказывается, это виверна, слишком давно их не видел, поэтому они очень криповые, если честно, выглядят для меня. Но мы сейчас на изи можем ее убить, смотрите как. Раньше у нас были с этим проблемы. Ну что ты там сделаешь-то? Что там сделаешь? Не выебывайся, сука. Ждем зонда. Как я понял, зонды спавнятся точно так же, как и виверна, очень редко. Поэтому, ну что ж, придется ждать. Придется ждать. Не очень охота, конечно, но придется ждать. Может быть, даже блоки какие-нибудь себе сделать. Чуваки, как вам такая тема? Пук.
И, короче, ставим этот блок вот так вот. И так идем. Не знаю, честно говоря, я уже задумывался о каких-то крышесносных вещах, но все еще продолжаем ждать этот ебаный зонт. Я, честно говоря, реально думал, что он прилетит сразу, но он не прилетел. Опа, 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 опаньки, опаньки, это здравствуйте. Вот этот зонт, а мы телепортируемся, заебись. Блять, я уж подумал. Так, вот он. Нихуя себе тут у вас бегают, чувачки. Бля, такие тонкие все. Вам надо покушать немного, дорогие друзья. Бля, я не думал, что марсианское безумие выглядит так. Что-то жесткое нападение, бля, такое пошло неожиданно. Бля, я такой спокойненько разобрал. Остро расстроил. Такую лайтовую музыку хуяк. Зонт прилетает, блядь, начинается пиздец. Блядь, жесткая тема-то. Они, кстати, нормально, хуя, чем я хочу сказать. Но я надеюсь, кстати, если мы сдохнем, то ничего такого не будет. Мелкий чувачок не может попасть ко мне в хату, а нехуй ко мне идти, блядь. У меня все закрыто. Вообще, блядь, не люблю незваных гостей, сука, уебывайте отсюда. Знаете, когда гости приходят, и уже надоело то, что они тут сидят, сука, уходите отсюда, заебали уже. Я просто представлю, как выгоняете, пацаны такие, блядь, из двери. А что это за Тесла такие? Блядь, они нормально, хуячит, скажем так. Но ничего, у нас тут, значит, есть это, как ее, наша любимая певичка, блядь, которая нас может вылечить за золото, конечно. Блядь, такую ситуацию, сука, за золото лечить так вообще меркантильно. Я уже про это говорил, сука, но мне это так бесит. Так, Тесла... Они, кстати, нормально хуяч, но у нас есть все-таки эти пули, которые попадают точно в цели, поэтому вроде как заебись все. Так, там тоже кто-то скутлис какой-то. Ну, такое интересное безумие, но необычное, скажем так, по сравнению с тем, которое уже было. Вот. Ну, я думаю, победим, тут у нас еще конфеточки кормят. Спасибо за конфеты, вы там от Санты, видимо, да? Ну, они же наверху, там в космосе все обитают. Блядь, идите в пизду, сука, я хочу вылечиться. Да, быстро надо лечиться, слишком уж жесткое похождение этих пришельцев. Лечиться буквально приходится каждым шагу. А вот как этого победить чувака, если уж на то пошло? У него огромный щит. Look at this щит, блядь. И тут вообще никак. Они хуячат тоже прилично. Но ничего. Тут даже на корабле как-то такие мелкие чувачки. Бля, мне вот этот прикол, который с маленькими ножками, это вообще... Он такой смешной. Вот, но эти тоже, они не могут в хату попасть. А этот из-за роста не может попасть. Бля, нормально. И, сука, дверь надо закрыть, сука, блядь. Дверь надо закрыть. Ой, это моя медичка, походу, сейчас все. Конин видит. Я пока хилку, конечно, куплю. Где, кстати, она? А, вот она. Она сверху, еще нормально. Закрывайте дверь. Да, сука, идите отсюда нахуй. Гости дорогие. Я, конечно, понимаю, но не надо наглеть-то. Не надо, сука, наглеть, блядь. Я вам говорю, не надо наглеть, сука. Бля, хилка. Хилка, вылечите меня. Успел. Отлично, давайте идите отсюда. Блядь, у них щита много, вообще жестко. Вот у этих мелких чуваков. Да что они дверь-то открывают сами по себе? Так, ладно, нас с одной стороны гасить. Вот, так будет проще гораздо. Так, проще. Вот тут вот дверь закрывать. Так, ну-ка, снизу еще надо немного прохуячить. Вот, и все. Будет отлично, я думаю. Так, ну что можно сказать-то? 27% прошли всего лишь 27%. Я умираю тут конкретно уже. Но они за благо дверь открывать не могут, они ж тупые, эти марсиане. Давайте попробуем их прохуячить нормально так вот. Мне хорошо, что пули вот самонаводящие. Мне не надо выходить из хаты, мне можно прямо отсюда хуячить. Вот. Но очень мало я наношу урона этим марсианам. Видимо, тут, наверное, рассчитано на более мощное оружие. Но у меня его нет. Еще вот этот кристалл нихуя не помогает мне. Ну ладно. Я думаю, выживаем. Бля, тарелка, нихуя себе тарелочка, блядь. А ее можно из дома, блядь, смотри. Ее можно из дома гасить, блядь. Бля, она сквозь проходит. Бля, тарелка сквозь проходит, это вообще жестко. Тарелка сквозь, это жестко. Вы чё, это жестко, это вообще жестоган конкретный. За 5 золотых монет. Пипец. Ну мы, кстати, смотрите, мы очень быстро ее хуярим. Мы можем вот так вот сделать, хуяк, у нас же есть, да, вот этот. И вот так вот ее хуячи, да. Я видел, какой-то есть какая-то схема гасить эту тарелку. Нужно построить какой-то... Блять, короче, нужно что-то построить, чтобы ее... Так, пушку, смотрите, мы почти убили. Бля, там снизу тоже нормальный хуй. Хилки мало. Блять, это пизда. Это пизда.
Чем марсианский безумный ход? Скажите, что нет, пожалуйста. Я не хочу заново вызывать. Во-первых, это зонд искать, во-вторых, тарелку, блядь, еще раз уничтожать. Нет. Да, но она заново не получает. Ну тогда отлично, мы все золото потом заберем, только тарелка исчезла куда-то. Вот, само марсианское безумие появляется, вот тарелка, видимо, исчезает, когда мы умираем. То есть она, наверное, заспаунится еще раз, если у нас будет время. С тарелки, кстати, очень хороший дроп падает, вроде как я видел. Там падает тарелка летающая, только маленькая. И на ней можно полноценно летать, это не крылья. Поэтому я собираюсь ее выбить. Поэтому нам не нужно умирать, когда тарелка заспаунится. Нам нужно быстренько ее погасить. Я, честно говоря, я помню, что как-то из прошлого мы строили какую-то маленькую такую арену, в которой можно было поставить пушку и хуячить, короче, эту тарелку. Вот что-то такое мы делали. Поэтому, если у нас сейчас после того, как... Вот тарелка, кстати, появилась. Если у нас сейчас не получится ее погасить, я потом еще раз ее заспауню. И эту тарелку получу к следующей серии. Вот, потому что... Ну, с помощью вот этого способа, который я знаю. Потому что это... Так, тихо-тихо. Это охуенная вещь, которую я хочу выбить. Бля, самонаводящиеся ракеты. Пиздец. Мне нужна хилка, пацаны. Мне нужна хилка. Тарелка вообще... Она просто не щадит никого. Я хочу сказать, она просто никого не щадит. Но смотрите, вот мы ее тоже нормально хуяничим. То есть нам нужно нормально так просто серию выстрелов провести по ней. И после этого все. Вот смотрите, эти промахиваться-то... Да, вот. Нам нужно просто серию выстрелов хорошую сделать. И все. И главное не попасть под обстрел самим. То есть нам нужно просто тупо летать, блядь, и все. Тупо, блядь, летать. Потому что когда мы летаем, мы получаем меньше всего урона везде. В любом боссе. Вот, тарелку, все. Летающая тарелка побеждена, колыбель приливов. Что это такое? Так, летающая тарелка побеждена, отлично, блядь. Что бы у меня в инвентаре еще посмотреть? У меня тут... Они заняли эти твари всю нахуй эту... Всю территорию. Блядь, смотрите, какой-то пидорас забежал наверх. Он всех уничтожает. Так, давайте посмотрю просто. А, это меч какой-то, да? Бля, жалко, кстати, перековать его можно. Думаю, он будет помощнее, чем наша вот эта хрень. Поэтому это хороший дроп. Но все же не такой, который я хотел. Поэтому если сейчас заспаунится еще одна тарелка, мы будем просто обязаны ее убить. Мы просто должны обязаны ее убить. Медичку не будем подвергать опасности. Будем на улице более-менее двигаться. Чтобы никого не чтобы никого не обижать. Тарелки эти спаунятся... Вроде как не одна, как мы уже поняли. Поэтому давайте... Бля, медичка вообще нормально справляется, я заметил. Она у нее умирает. Так, ладно, давайте. Чё, блядь, дверь-то открыта? Сука, блядь, чуть-чуть. Не закрывайте двери-то. Закрывайте двери. Не закрывают, вообще не хотят, блядь. Такие вредные, пиздец. Так, там снизу еще кто-то хуячий. Давайте его тоже продамажим. И Тесла нам нужно. Тесла. Давай, забегай сюда, забегай. Давай, да, я дверь закрываю. Так, все, давай, хуячим с другой стороны. Вот так вот. Блядь, да не открывай дверь-то. Алло. А, он не открыл дверь, все верно. Так, о, хилочка. Блядь, открыл. Тарелочка. Хилимся. О-о-о. Все, идем на тарелку. Нам нужно просто гасить тарелку. Пока мы не получим летающую тарелку сами, мы идем на тарелку. Нормально, мы ее хуячим, отлично просто. Ой, это тоже урон большой. Но ничего, блядь, от этих ракет лучше в воздухе спасаться. Они самонаводящие. Так, ну ладно, нормально. Нормусик. Я помню, когда я первый раз, короче, побеждал тарелку, это было очень жестко. Я хочу вам сказать, это было очень жестко. И я просто не мог ее убить по-другому. Блять, монстр распомнился. А я клавиши перепутал. Блять, я клавиши перепутал, сука. Я клавишу, сука, перепутал. Блять, вот она хуячит вообще жестко. 28 секунд надо продержаться, сука. Блять, я все ракеты поймал. Все, сука, ракеты поймал. Блять, меня вот улетело, меня так бесит это. Ах, жалко. Я просто хочу эту тарелочку получить летающую для себя. Я думаю, что еще одна тарелка будет у нас. Поэтому давайте защищаться, как всегда. Ай, почему никто двери не закрывает? Почему такие NPC тупые? Закрывайте двери, сука, за собой. Они, видите, они заходят как? Нам нужно просто идти куда-нибудь. Пиздец их тут вообще. Так, надо всех выманить и дверцу закрыть. Точнее, вот так вот хуячить, потому что так больше урона наносится. А, так что вообще паримся? Давайте вот так вот. Нет, так много хилки уходит. Где медичка, сука? Почему так происходит? Почему? Не понимаю. Ладно, продолжаем хуячить. Это все-таки удобная тема, вот эта тут хлорфитовая пуля. Но я жду тарелку.
Почему я нажимаю назад, а он идет вперед, блядь? У меня, у меня кнопки перепутались из-за того, что у меня кто-то, этот, короче, понятно-то, инверсил. Да что такое-то, блядь? Чудак жестко-то. 71%. Так, ну ладно, ждем тарелочку. Ждем тарелочку, я думаю, сейчас. И попробуем опять же получить ключи. Я очень надеюсь, что такое, что никакой пизды не произойдет со мной. Да, блядь, закрывайте дверь-то за собой. Вот этот вот хуй большой, он длинный, не может открыть дверь. Вот эти мелкие, они могут. Они мелкие, самые поганые вот эти вот. Мелкие, они всегда поганые, сука. Они могут из-под тишка наносить урон. Теслу гасим, отлично. Все, куячим. Где тарелка? Объясните мне, пожалуйста. Тарелку заспавните, пожалуйста. Плиз, тарелка мне НЛО, пожалуйста, дайте мне. Так, тут открываем дверь. Скорее же, с риском, но все-таки оправданно. Наступил солнечный затмение, да вы еще! 2х, нахуй! Солнечное затмение, блядь, после марсианского безумия, точнее, во время него. А, я понял, это, наверное, специально так сделали, потому что это все ночью должно происходить, да, и поэтому солнечное затмение наступает. Ну, хуй знает, короче. Ладно, блядь, две двери открыты, опять очень опасно, нужно одну закрыть. С одной мы более-менее справляемся, а с двумя уже жестко. Где тарелка-то, блядь? Где, сука, тарелка? Объясните мне, пожалуйста, я должен победить тарелочку. У меня должна быть фулл-хилка с тарелкой. Так, отлично, мы вроде справляемся. Мы вроде справились, издалека вообще нормально хуячить, с одной стороны имеется в виду. Так, тарелка заспаунилась. Кто меня убил? Кто меня убил? Кто меня убил? Who killed me, блядь? Who killed me, сука? Пиздец, только тарелка заспаунилась, я все уже, все. Сдох. Я так хочу победить, вы только знали. Так, ладно, продолжаем отбиваться. Я надеюсь, еще одна заспаунится. Я очень сильно надеюсь, что еще одна заспаунится, потому что уже мало осталось времени. Если не заспаунится, так тихо соседство получит, отлично. Если не заспаунится, то будет очень печально. Так, почему-то помутнел, короче, экран. Что случилось, я не понимаю немного. Не то, чтобы помутнел, стал синим каким-то, какой-то экран. Так, давайте вот эти вот мелкие, они самые, у них щит большой. Так, давайте возьмем эту хуйню. Тесла, блядь, промахиваться. Вот так вот выгоним. Блядь, Тесла у меня дома, это пиздец. Так, мне наверх нужно, мне наверх. Под тарелочку. Вылечи, вылечи меня, медичка, сука. Вылечи, блядь. Пожалуйста, вылечи, блядь. Тарелочка осталась последняя. Последняя тарелочка, блядь. Больше она не заспавнится. Больше она нихуя не заспавнится. Хуячим ее. У нас мало пуль осталось. Блядь, все ракеты поймал, как всегда, сука. Все ракеты, сука, поймал. Давай, 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 дружище, давай. Я просто хочу ее победить. Я просто хочу тарелочку, тарелочку, тарелочку. Блядь, да не ракета, я тарелочку хочу, тарелочку хочу. Давай, 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 давай. Ой, ой, блядь, вот эти, ой, жесткая тема, жесткая тема. Ну за что? Блядь, у меня просто не осталось золота, у меня просто не осталось слез и золота. Ой, блядь. Да почему я тарелку-то не могу убить? Я убивал, но почему? Там, видимо, маленький, там же маленький шанс того, что выпадет эта тарелочка. Самая маленькая для полетов. Именно для наших полетов, если кто не понял. То есть мы сможем летать, если этот дроп вылетит. Но у нас, видимо, не получается это все. Так, ладно, 90% уже почти конец. Видимо, придется потом вручную самому за кадром убивать эту тарелку. Потому что она нам очень сильно нужна. Я постараюсь еще раз вызвать и как-нибудь ее все-таки выбить. Мы так-то, в принципе, с марсианским безумием справляемся. Просто у нас череда неудач возникает. Так, ладно. Если бы не вот эти мелкие пидорасы, я бы, наверное, справился с тарелкой бы легко. Ну, или построил бы вот эту вот конструкцию. Я ее построю за кадром, наверное, когда уже заморочусь именно конкретно на фарм вот этого ключа для полетов. Так, ладно, остался 1%. Последние марсианы, все, они побеждены. Последние остались. И собираем дроп. Дропочку, 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 дропочку. Ой, золото, золото, серебро. Посмотрим, чем подняли. Может, все-таки этот ключ выпал? Этот стоит, блядь, у меня. А бобус, сука. А бобус, блядь, в натуре. Бля, это, смотрите, это мем еще до того момента, как он создался. Вы представляете? А это еще что такое? Кто это такие? Блядь, что происходит? Тут теперь другие какие-то.
А, это солнечное затмение. Блять, у нас, походу, будет три события в одном выпуске. Пиздец. Марсиане, блять. Солнечное затмение. Тыква, сука, скоро будет. Что творится в этом мире, объясните мне, дорогие друзья. Это просто лайк, дорогие друзья. Просто лайк за такую активную серию, я хочу сказать. Просто лайк. А мы пока, я думаю, сейчас отобьемся и уже вернемся, когда все это будет закончено. Я заметил, что с этим событием спавнятся уникальные мобы, которых не было до этого. Поэтому, ну, это, наверное, то же самое, как и кровавая волна. Потому что с кровавой волной тоже много чего спавнится, но никакого покоя, сука, нет около моего дома, судя по всему. Но, опять же, это солнечное затмение, оно было вызвано марсианами. Ну вот. Поэтому давайте его победим. Вау, смотрите, шершень заспаунился, мини-босс, блядь. О-о-о, у него целых 6000 хп. Вот это для события это жесткая тема, я хочу сказать. Но хп у него очень мало, потому что все-таки это как первый босс, вроде, я думаю, по здоровью. Бля, что он дома-то делает у меня? Так, матрон, блядь, я думаю, мототрах какой-то. Бля, ну, в общем, тут вообще жесткая тема творится конкретно. Я думаю, это пожестче, чем марсианское безумие. Чуть-чуть, но правда тут нет босса, жалко. Вот. Хотя нет, все-таки марсианское безумие, я думаю, наверное, пожестче. О, тальные крылья мне какие-то выпали. О-о-о! Нормально, позволяет этот летать. Уникальные крылышки. Ну и не скифси, конечно. Хоть я был бы благодарен этому, но, к сожалению, просто обычные крылышки. Ладно, продолжаем. Бля, у меня что-то медичка забаговала, смотрите. Сука, как только она забаговалась, она, короче, просто кидает штырьки, блядь. Просто кидает шприцы во всех. Ну, я думаю, это хорошая оборона. Блять, я так заебался уже, если честно. Уже столько много времени прошло. У меня все патроны уже кончились. Я могу... У меня уже 200 патронов осталось. Я уже даже думаю, что мне нужно в бой пускать обычные, блять. Вот. Но, к сожалению, я еще не победил. Еще, блять, идет солнечное затмение. Оно идет очень долго, я вам хочу сказать, дорогие друзья. Очень долго идет. Это, наверное, самое долгое затмение. Ну, не затмение, а вообще, в принципе, событие, такая хилка, которая вообще была за всю историю, пока что, которую я видел. Нужно вылечиться. А, вот. И патроны вообще на лоу уже. То есть 200 патронов осталось. Вот. Они, как бы, конечно, может и не тратятся полностью, но все-таки, как-никак, их становится все меньше и меньше. Вот, чё, я обычно все каждые 2 минуты вот так вот подлетаю, смотрю, что там по луне, блядь. Ну, луны уже нету. Точнее, не луны, а как там этот, как, блядь, виверны ебаные. Вот вас тут не хватало еще только. Она уже где-то, наверное, справа, поэтому там никого нету. Поэтому, да, блядь, это что такое-то? Сука, все-таки летают тут. Ладно, я думаю, сейчас мы скоро закончится событие, и мы закупимся уже конкретно пулями и будем крафтить призывалку для тыквенной луны, потому что второе событие, как-никак, уже третье, потому что солнечное затмение еще, поэтому поставьте лайк обязательно за такое. Это необычная серия, как минимум. Вот, потому что у нас вместо одного босса их целых 3. Ну как босса? Так, мини-босса. Блять, вы не поверите. Оружейник убит, солнечное затмение закончилось. Где брать пули? Хуй его. Знает, блять. Это пиздец какой, дорогие друзья. Он сдох именно во время того, как оно закончилось. Вы представляете? Я не могу просто. Это какая-то подстава ебаная. Если вы не хотите. Ой, блядь. Короче, ладно, дорогие друзья. Я жду оружейника. И мы сейчас будем попутно смотреть, как скрафтить тыквенную луну. Я еще получу такие шмотки во время сражения. Это мертвая колба с токсинами. Гвоздомет, нихуя себе. Что такое за гвоздомет, блядь? 104 урон. Гвоздики, что-нибудь это? У меня гвоздей нет, наверное, да? Марсианская униформа, но нахуй нам не нужна. И вот крылья. Добавляю плюс 20 к мане, но маны мы не пользуемся, поэтому нахуй нам нужна. И вот еще мне запомнилась интересная тема. Молниеносная ракушка Нептуна при входе в воду превращает владельца в амфибию. Мне очень интересно посмотреть, как это происходит. Поэтому в конце серии, я думаю, мы это заценим. А пока что мы ждем оружейника. Я буду крафтить тыквенную луну, точнее, для ее ингредиенты. Так, ну чтобы скрафтить нам медальон тыквенной луны, нам понадобится 30 тыкв.
Собственно говоря, чтобы найти тыкву, нам нужна тыква. Ее разрубить. Но я помню, у меня вроде была тыква с тыквенного этого, с Хэллоуина, блядь. Вот. И эктоплазма, что является, наверное, довольно самым сложным ресурсом, потому что он попадает с мобов в темнице, в данже, который у нас был. И, кстати, я предлагаю сходить сейчас туда, потому что у нас имеется один ключик необычный, где он у нас был там... Наверное, не здесь, но темный теневой это ключ, понятно, у нас был давно-давно. Но у нас появился еще недавно ключ пустыни, открывать сундук пустыни в темнице. Темница это и есть тот самый данж. Поэтому я предлагаю, наверное, туда пойти. И, кстати, у нас еще есть также 5 золотых ключей. Там тоже есть золотые сундучки, которые и святые слитки, которые нам понадобятся для крафта медальона тыквенного лыска в размере 10 слитков. То есть у нас пока что есть только освещенный слиток. И вот сама тыква у нас только 16 штук. Но я думаю, тыкву мы найдем позже, а пока что отправляемся, точнее, ждем оружейника, потому что у меня нет патронов, и отправляемся в темницу опять, в наш любимый данж, в котором мы не были давным-давно, чтобы найти эктоплазму. Пацаны, что-то мне немного страхов туда идти, там какие-то культисты, блять. Но нам, видимо, придется туда идти, потому что никак иначе. Иначе никак. Нам нужен данж, поэтому сорян, извините, но мы идем в данж. Ладно, так, нам нужно найти какого-то челика, у которого эктоплазма выпадает из всего. Ну и сундучки поищем, да, ну. Вообще, я сейчас сюда пришел, тут что-то слишком жестко стало по сравнению с тем, когда мы сюда возвращались. Видимо, это хардмодный, да, данж-то. То есть мы же в данже были тогда, когда еще хардмод у нас не было. Наверное, поэтому тут все стало так слишком уж плохо для меня. Да уж, слишком плохо для меня. В общем, я только подумал и решил, что, наверное, может быть, давайте я все это сделаю за кадром, а потом мы в следующей серии тыквенную луну-то победим, потому что слишком уж длинная серия выходит, наверное, скорее всего, поэтому заодно я, думаю, прокачаю еще колебатель приливов, вот, и... Возможно, хилку еще прокачаю, потому что как-то у меня мало хп, судя по всему. Поэтому должны подготовиться к тыквенной луне, я думаю. Плюс я еще выбью, наверное, скорее всего, ключик для летающей тарелки, чтобы было проще мне. Поэтому, думаю, пока что все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В следующей серии мы станем еще мощнее и будем всех ебать, кто там был. Вот, да, и забыл все надеть свои ботиночки. Я их специально снял, чтобы культистов не убить, потому что вроде если их убить, то начнется что-то там, какой-то босс, блять, или еще что-то такое. В общем, вся хуйня начнется, которая нам не нужна. Поэтому пока что всем до скорого, всем пока. Дорогие друзья, с вами Арал ТВ, и сегодня у нас, скажем так, я расскажу по поводу конкурса. В общем, для того, чтобы участвовать в конкурсе, вам необходимо поставить лайк, сделать репост любого выпуска себе в социальную сеть, написать, что вы участвуете в комментариях. После этого вам нужно зайти в ссылку в описании видеоролика, который вы смотрите, и заполнить небольшую форму. Во-первых, ваш никнейм, это тот ник, который у вас на ютубе, вы его пишите вот сюда. Социальная сеть... Ну, не знаю, ссылка или никнейм в социальной сети. Если, например, Telegram это никнейм, если ВКонтакте, то это ссылка. К примеру, вот, типа, это мой никнейм. Ссылка на профиль YouTube для проверки лайка, то есть то, что вы поставили лайк, обязательно убедитесь, что у вас открыт плейлист понравившегося видео. И игра. После этого нажимаете кнопку «Отправить». Я у себя это все фиксирую, как вы видите, ответы. Отдельный пользователь. И вижу вашу анкету. После того, как я заканчиваю игру, я провожу конкурс. Если вы победили, я вам пишу по вашим реквизитам, которые вы указали, вручаю ваш выигрыш. Выигрыш будет 500 рублей. Вот, стандартный розыгрыш, но мы разыграем каждую игру, то есть вы понимаете, 500 рублей на каждую игру. А игры у нас могут быть короткие, длинные, а вы можете вообще принять участие во всех играх, так что запомните, поэтому такая стоимость. Участвуйте в конкурсах, всем желаю удачи, всем до скорого, всем пока. Добавлю то, что нельзя участвовать никаким фейковым страничкам. Я забыл об этом сказать в видеоролике.